Воскресенье, 26 апреля 2009 года. Второй день, как я прихожу на волейбол. Сегодня воскресенье. Вчера первый день пришел играть после того, как почти месяц был в Дагомысе на чемпионате среди детей и юношей по шахматам. Фотографировал, вообще там все здорово, замечательно. А вот теперь наш лес. Но он, конечно, еще совсем не зеленый. Дорожка просохла. Вчера, кстати говоря, площадка была грязная. И мы играли на площадке рядом, на запасной площадке. А сегодня посмотрим. Сегодня народу должно быть много. Вот это начало.